В Выборгском районе участились случаи мошенничества по телефону. От действий злоумышленников, как правило, страдают пожилые люди. На этот раз мошенники представляются врачами 99-й поликлиники и сообщают человеку, что после лабораторного исследования крови у него якобы обнаружено тяжелое заболевание, после чего пенсионеру предлагают приобрести дорогостоящие препараты, которые на деле не имеют лечебного эффекта. Медики говорят, о результатах анализов они всегда сообщают пациентам лично. Кроме того, по одному исследованию крови, как правило, диагноз не ставят. Необходимо комплексное обследование. Медики никогда не будут звонить по телефону и говорить, что у вас онкологическое заболевание или иное, какое-то тяжелое хроническое заболевание. Поэтому нельзя слушать людей, которые предлагают за неизвестно что выложить большую сумму, и якобы гарантируют они вам таким образом излечение от страшной болезни. Пациенты, которые попались на удочку мошенников, выложили от 8 до 400 тысяч рублей. Вернуть хотя бы часть денег пока никому не удалось. Врачи говорят, если по телефону человек представляется медработником и сообщает страшный диагноз, необходимо сразу же перезвонить в поликлинику или в районный отдел полиции. По горячим следам мошенников будет проще вычислить.